Всем привет! Новый год не за горами. И рецепты блюд на Новый год нужно попробовать сейчас. Посмотреть, приготовить, оценить и чтобы на Новый год удивить своих гостей разными вкусностями. И в этом видео предлагаю приготовить салат за 15 минут до Нового года. Этот салат легкий, вкусный и, главное, быстро готовится. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, и давайте вместе готовить уже проверенные рецепты. Для салата я взяла яйца, тунца в банке, огурцы свежие, маслины, сыр копченый, капусту пекинскую, кукурузу в банке, укроп, зеленый лук, майонез, соль, перец по вкусу. Самое сложное в этом салате – это сварить яйца, и все. Варю их 10 минут, опускаю в холодную воду и чищу. Нарезаю яйца кубиками. Затем режу пекинскую капусту. Немного огурца возьму на украшение, а остальные огурцы режу кубиками. Режу лук, перекладываю все в емкость. Режу кольцами маслины. Теперь соединяю все ингредиенты. Добавляю копченый сыр, кукурузу, тунца и маслины. Солю, перчу по вкусу. Мешаю. И кладу майонез. Снова хорошо мешаю. В принципе, салат готов, но нужно его красиво подать на праздничный стол. Я украсила в таком варианте. Выложила салат в виде елочки и украсила укропом. Теперь добавим немного майонеза и выложим красивую новогоднюю гирлянду. Для украшения я взяла гранат, кукурузу и огурец. Вот какой салат в виде елочки получился. Гости будут просто в восторге, потому что это вкусный, простой и легкий салат. Салат за 15 минут до Нового года. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими новогодними рецептами. Подписывайтесь на канал, а я всем желаю отличного праздничного новогоднего настроения.